Всем привет, ребята! В прошлый раз мне очень понравилось, как мы открывали игрушки Тролли и Твизли, и даже паровоз понравился. И сегодня мы с котиком Сахарком решили повторить открытие, распаковку этих прикольных игрушек. Будьте с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и поехали! Ребята, нам будет очень приятно, если вы подпишетесь на канал и поставите лайк. А впереди нас ждут игрушки и мармеладки! А наш обзор и распаковочку начнем сегодня, пожалуй, с паровоза. Давайте его распакуем, кто бы нам здесь мог попасться. Очень интересно, в прошлый раз мне очень понравился паровоз, был эксклюзивный, а сегодня здесь... Так, желтенький паровоз 1900 года выпуска, круто! Посмотрите, как прям в фильме «Назад в будущее». Ладно, давайте его уберем, следом у нас тролли. Открываем ярко-красивая розовая коробочка, здесь нарисована тролль какая-то, малышка, сейчас мы ее извлечем. Насколько я помню, тролли шли без пакетиков. И вот смотрим вкладыш. Кто нам здесь попался? Тролль Облачко. Какая прелесть. С такими именами. Ой, боже мой. Она очень приятная, мягкая на ощупь. Такая вся беленькая, с голубыми глазками и розовой прической. А в руках у нее арфа. Наверное, она сидит на облачке и играет. И смотрите, у нее есть хвостик. Да. Очень красивенько, с голубыми цветочками в голове. Золотые цветочки. Круто. Ой, а стоять она сама не хочет. Следом у нас идет Твизли, Fresh Toys, кто-то может попасться, и напомню, это такие же маленькие какие-то создания интересные с большими глазами. И здесь у нас вот такой красивый Твизли, есть желейные медведи, это мы убираем, там Сахарок дальше разберется, что с ними делать. Ярко-голубого цвета, с ушками тоже, с хвостиком и огромные-огромные глаза, как у анимешки, а в руках какой-то мячик. Кто ты? Сейчас мы посмотрим, кто это у нас в описании. Твизли, веселенькие Твизли, все очень интересно. И это Снежик, снежный Твизли. Он где-то обитает, наверное, на снежных, заснеженных горах или на снежных равнинах ихнего царства государства. Какой милый. Я тоже снежный Твизли, я тоже милый. Нет, ты просто милый, но ты не Твизли. Ладно, ребят, кому нравится Твизли, ставьте лайк, а кому нравится я, подписка. Хороший котик. Яй! Ну а следом откроем, наверное, розовую коробочку с троллями. Очень интересно, кто же нам там с вами, ребят, попадется. Распаковываем. Опять коробочка с мармеладками. Кстати, я ни разу не смотрел, что там за мармеладки, на что они похожи. Достаем. А здесь вот такие вот мармеладки, просто кусочками. Я думал, будут медведики или еще что-то. Дайте... Не, очень химический вкус, мне такое не нравится. Отдам потом Сахарку. Фу. Мне, где вы? Давай сюда скорее, бегом дуй! Так, мармеладки у меня отобрали, и давайте посмотрим уже все-таки. Да, это повторочка, это еще один тролль Облачко. Очень приятное такое, на ощупь красивенькое, миленькое создание. Пускай стоят и радуют, может быть, сыграют что-нибудь. На самом деле коллекция не сильно большая, и я надеюсь, потихонечку мы ее соберем. У нас есть такой, есть Облачко, и из тех, которые нарисованы, больше у меня пока никого нет. А теперь давайте откроем Твизли. Что же здесь нам попадется? Потихонечку извлекаем. Опять желейные медведи. Пробовать я их не буду. Сахарок с ними сам разберется. И здесь у нас... Это, по-моему, Твизли художник. Он разукрашивает радугу. Он в прошлой распаковочке нам попадался. Давайте его откроем и посмотрим чуть-чуть внимательнее. Какая прелесть. Посмотрите. У него в руках маленький валик. И ведерко с краской. Сейчас уточню точно, как его зовут. По-моему, да, это Твизли художник. Класс. Видите, он разукрашивает радугу. Вот этим вот валиком. Он у него, кстати, вытаскивается из рук. И если мне не изменяет память, в прошлый раз, когда он нам попался, валика у него в руках не было. Видимо, где-то на заводе на производстве он выпал. И забыли нам его дальше положить. Но очень прикольный, очень красивенький и миленький. Жалко, что были повторочки, и коллекции мои, в принципе, увеличились не сильно намного. У меня попался вот такой Твизли. Это снежный Твизли, у него мячик в ручках, и, в принципе, если постараться, его можно вытащить. Ну ладно, а то вытащу и потеряю, потом Сахарок будет плакать. Мячики? Я слышал слово мячики, я хочу играть в мячики. Сахарок, нет, давай не будем мячики, ты посмотри, какая классная у нас коллекция получилась. Ой, какие они няшки. И что, ты меня больше не любишь? Как это не люблю, Сахаров? Ты мой самый любимый кот. Ребятки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии.